Сегодня я хочу вам показать, как сшить юбочку вот такую вот для куколки с карманами. И сзади вот такие заклепки или можно пуговички, кнопочки использовать. Итак, нам нужна ткань. Ткань может быть любая, но самое главное, чтобы она держала форму. В моем случае это микровельвет. Можно использовать и джинсу, и хлопок, вот бязь можно использовать. Ну, в общем, такое, чтобы она была плотная и держала форму. Ее можно, эту юбку, сшить как с подкладом, так и без подклада. В моем случае вот здесь вот это трикотаж. Вот, но сейчас я буду шить юбку точно такую же, только подклад у меня вот такой будет из ХБ ткани. Итак, приступим. Есть выкройки. Это задняя часть, это передняя часть, и вот это кармана, мешковина кармана и обтачка. Вот, вот эта часть нам нужна одна деталь, вот таких две мешковины кармана и вот таких две. Итак, начнем на ткани чертить. Складываем ее в два сложения и обводим. Вот, значит, вот здесь вот моя выкройка, она уже с учетом, вот здесь вот припуск, а вот здесь нужно будет отступать 0,5 сантиметра на припуск на шов. Итак, я обвожу ткань, обвожу выкройку на ткань. Так, обвела. Вот эту деталь я ее складываю пополам. Нам нужна одна всего деталь. И тоже обвожу. Можно не складывать, тогда ткань нужно всего в один слой сложить. Готово. И вот эти вот детальки я тоже обвожу. Так, и вот здесь вот. Как-то я так неудачно. Готово. Теперь я отступаю 0,5 сантиметра со всех сторон. 0,5 сантиметра на обтачку. Я вырезала детали, отступив 0,5 сантиметра на припуск на швы. Вот так у меня получилась передняя часть, две задней, обтачка и мешковина кармана. Итак, приступаем сначала к передней части. Первое, что нам нужно сделать, это с лицевой стороны, то есть лицевыми сторонами вовнутрь сложить и прострочить или на машинке, или можно на руках. Вот эти вот швы. Вот здесь прострочить и вот здесь прострочить. Вот я прострочила. Видите? Лицевой стороной вовнутрь. Теперь беру ножницами зигзаг и обрезаю лишнюю ткань. Если нет ножниц, можно близко к строчке и вот, вот эти линии, где сгиб, и просто надрезать немножко, надсечки сделать. Теперь я выворачиваю и проутюживаю, чтобы у нас зафиксировались эта деталь, вот так вот, проутюжить. Я проутюжила. Вот здесь вот, наверное, 1-2 миллиметра, видите, я вот так вот немножко ближе к середине, чтобы вот здесь у нас не было шва видно. Теперь что нужно сделать? Вы можете проложить строчку декоративную, но я буду делать самую последнюю очередь, я просто вот так вот сделаю таким швом. Ну, мне кажется, будет так интереснее. Можно какой-то даже нитками, которые не в тон идут. Теперь что я беру? Я беру мешковину, прикладываю вот таким образом, то есть лицевой стороной вовнутрь, лицевой стороной вовнутрь. И теперь вот в этом месте я должна прострочить с одной стороны и с другой. Вот так у нас будет выглядеть. Кстати, можно и взять и вот этот вот карман вот так сделать. Ну, какой-нибудь другой цвет интересный. Ну, я сделаю однотонную. Здесь фантазия у вас может быть совершенно разная. Вот здесь вот можно мешковину кармана сделать из другой ткани. Итак, я должна проложить строчки с одной и с другой стороны. Я проложила строчки. Если у вас юбка будет без подклада, тогда вот эти вот края мешковины нужно обработать зигзагом или же оверложить их с помощью оверлога. У меня юбка будет с подкладом, поэтому я вот здесь вот ничего не буду делать. Ну, имею в виду оверложивать. Но вот эти вот концы я обрежу. С одной и с другой стороны. Но этого можно не делать. Но так, мне кажется, ткань будет меньше сыпаться и будет более аккуратно. Итак, смотрите, что у нас получилось. Передняя часть у нас готова. Теперь я беру заднюю часть нашей юбки и так, вот так, с одной и с другой стороны я сделаю строчку. Вот эти боковые швы я их соединю с одной и с другой стороны и проложу строчку с одной стороны и с другой стороны тоже проложу строчку. Так, я прострочила с обеих сторон, вот так у меня получилось. Теперь я беру и вот эту вот часть проглаживаю вот так вот с одной стороны и с другой стороны, чтобы было все аккуратно и нигде по бокам не торчало. С одной и с другой стороны прогладить. Я по бокам проутюжила. Если у вас будет юбка без подклада, тогда вот эти боковые, конечно, желательно их все-таки
обработать с помощью оверлога или там зигзага. Здесь по бокам я тоже уберу лишнюю. Немножко, чтобы ткань не сыпалась. Хотя это не обязательно делать. С одной и с другой стороны. Так. Готово. Так, я уже сказала вам, что у меня есть маленький кусочек ткани. Я хочу его использовать для этой юбочки. Но у меня прям впритык будет. Итак, смотрите, вот эти карманы, видите, я их здесь не обработала. Поэтому, чтобы у меня все ровненько было, я их закреплю с помощью булавочек. С одной и с другой стороны. Все. Так, вот такая юбка. Теперь что я беру? Я вот так вот укладываю ткань. У меня прям впритык немножко получится под углом. Вот. И тоже закреплю булавками. С одной и с другой стороны. Я проложу строчку.